Для тех, кто смеялся, однажды написал комментарий, что вы, ребятки, за все заплатите и будете платить еще репарации. К этому слову уже можно россиянам начинать привыкать. С меня смеялись, как с идиота. Ну вот я вам сообщаю, если вы не знаете, что уже 300 миллиардов российских долларов уже зарезервировано для Украины. Значит, это доллары Центробанка Российской Федерации, вот, которые заблокированы, и они уже зарезервированы для нас, для восстановления нашей страны после того, как закончится война. Вот. И, значит, эти деньги будут надходы, как это по-русски, приходить. Не совсем удачно, ладно, приходить от продажи арестованного имущества российской так называемой элиты. И также это доллары, которые зарезервированы на счетах. Вот, поэтому поздравляю. Суд в Гааге еще не начался, а деньги уже для нашей страны зарезервированы. Вот так вот, чтобы вы знали, работает цивилизованный мир.